Более 1000 дольщиков Сургута уже вне зоны риска. Некоторые получат ключи от новых квартир в этом году, другие в следующем. Накануне вечером Наталья Комарова провела уже третью по счету встречу с пострадавшими сургутянами. Из 14 недостроенных многоквартирников по большинству решения нашли. Есть инвесторы, которые завершат долгострой. Так, один из домов новая компания готова достроить, но владельцев квартир не устраивают условия. Им предстоит обсудить нюансы работы. Где-то, возможно, инициируют банкротство застройщика. Готовых решений, как признались в администрации, нет пока только по трем домам. Губернатор поручила составить список пострадавших дольщиков, где должны отметить, какую помощь им уже оказали или как планируют помочь. Нам обещал наш уважаемый КП «Гора», застройщик, да, генеральный директор ДЭП. В августе уже дом не сдастся, потому что там очень много работы. Вопросы, конечно же, есть, вопросов много. Конечно же, мы очень недовольны. И будем задавать вопрос еще о помощи с жильем, потому что хоть снимать нам не приходится, мы живем у родственников, но нам, допустим, нужно жилье. Непогашенная задолженность в размере 12 миллионов. И точно так же, когда Северстрой перестанет и это исполнять, они точно так же подадут на банкротство. Мы теперь что будем? В бесконечных исках о банкротстве Северстроя? Будут вместо того, что строить, будут выплачивать... Они не строят и не строят, а когда они будут вам выплачивать по судебным решениям, вы уходите, расторгаются, нет договоров долевого участия.